Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Вадим. Сегодня будет обзор на большой заказ, который мне пришел. Вот такая коробочка пришла. Давайте ее распакуем и посмотрим, что там лежит. Итак, у нас 4 коробки. Начнем с самой большой. Та-дам! Заказал себе ведро, полностью прозрачное. Всегда очень хотел. И вот его получил наконец-то. Вот так оно выглядит. В целом, обычное ведро, просто оно прозрачное. Дальше мы имеем шампунь для микрофибр PNS Rag & Riches. Очень редкая вещь, наконец-то его получил. Очень рад. Будем пробовать, считается это один из самых лучших шампуней для микрофибр. Вот мы его попробуем. Супер. Промокод от магазина. И в целом, да, пустая коробка. Поехали дальше. Вообще очень прикольно, когда получаешь посылку, ее распаковываешь, прям какой-то кайф получаешь от этого. Не знаю, мне очень нравится получать какие-то посылки и их распаковывать. Вот это первое впечатление именно. Просто супер. Опять упаковочная бумага, как всегда, чтобы все доставилось без каких-либо проблем. Это триггер. Один, второй. Так, что мы здесь имеем? Посмотрим. Так. Все отлично упаковано. Итак, состав. Fireball Tar Remover, очиститель битума. Fireball — это корейский бренд, не представлен в России вообще никак, в продаже его не купить. Заказывал специально из-за границы, поэтому будем пробовать, как он себя поведет. Посмотрим. Ну и к нему также идет триггер, само собой. Дальше следующий состав. Также со своим триггером. Триггер, кстати, другой. Fireball Wheel and Tire Cleaner. Wheel and Tire Cleaner, да, правильно читается. Wheel and Tire Cleaner. Очиститель дисков и шин. Попробуем. Также я хочу сделать большой обзор на сравнение всех очистителей для шин. Будет очень интересно. Посылку эту ждал примерно месяц. Доставка была из Польши. Так, у нас опять снова что-то интересненькое. И это... Да, Dirt Lock Scrap Lock. Оригинальная деталь от Detail Guards. Эта канадская фирма делает специальные вещи для, как этого считается, сепаратор угловой для ведра. Потому что есть вот такой, на камеру, может, не видно будет. Да, то есть это сам сепаратор, а это именно угловой, он ставится на стенке. Очень классная штука. Попробуем как. Так, это идет на 180 градусов, то есть это идет именно на пол ведра. Можно было заказать еще вообще на все ведро. Но решил попробовать именно по половинке посмотреть. В принципе, должно этого быть вполне достаточно. Такая очень классная штука. Так, что здесь еще? Ну, кстати, ароматизатор положили в подарок. Art Design, тайваньская фирма. Ну, попробуем. Попробуем.
И также еще два стикера Art Design. Переходим к следующей посылке. Это уже последняя тяжелая коробка. Уже вот так нужно распаковывать. Нет, не угадал. Это нижняя часть. Ну, тут очень много составов. Начнем. Так, понятное дело, это все триггеры. Первый состав. Fireball Pirouette. Это Quick Detailer для ЛКП. CO2. Следующий составчик. Fireball Glass. Очиститель стекол. Следующее. Гион Тар. Кстати, почему-то 500 мл. Я вообще заказывал литр. Странно очень. Посмотрим. Гион Water Spot. Удалитель водного камня. Гион Тая Клинер. Очиститель шин. И Гион Wheel Cleaner, очиститель дисков. Также тут триггеры. Ну и плюс положили еще такие микрофибры с цветочками. Их три штуки. Все. Вот такой получился заказ. Давайте сейчас подробнее про каждый состав. И еще пришла одна коробка чуть позже. В ней был состав Тар на 500 мл. Я заказывал целый литр, но пришло именно по 500. Ничего в этом страшного нету. И также еще пришел один состав. Это Fireball Tire. CO2. Называется он Янус. Отличие у него в том, что он как бы двуличный, то есть как Янус. Если один слой наносим, то это будет эффект сатиновый. Если наносим два слоя, то уже будет эффект глянцевый. С диоксидом кремния идет. К нему, кстати, шло два плотных поролоновых аппликатора от Binder. Binder — это как бы дочерний бренд Fireball'а. Так, ну и давайте пробежимся более кратко по каждому составу. Начнем, например, с Гион Тара. Всем известный, в принципе, состав. Очень хороший, эффективный антибитум. По запаху можно сказать, что он пахнет вполне нормально. Кстати, у него идет в комплекте очень классный экономичный триггер. И поэтому состав очень экономично расходуется. В общем-то, мне из антибитумов Гион Тар очень нравится. Но, скажу по эффективности, он не особо уступает CarPro и Tag System. Они, такое ощущение, что, в принципе, работают одинаково. Но за счет триггера Гион получше. И по цене они примерно тоже одинаково стоят. Дальше, Гион Water Sport. Это удалитель кальциевых пятен. Взял состав литровый, потому что литровый он экономичнее в плане денег. По запаху скажу, что пахнет вполне нормально, но состав очень сильный и, наверное, все-таки его нюхать так не стоит. Еще не пробовал, ничего сказать не могу, но состав должен очень хорошо работать, судя по отзывам. Ну, дальше это Гион Wheel Cleaner, очиститель дисков, то есть это Iron. Состав мощный, здесь также 1 литр. По запаху он очень сильно пахнет, очень прям сильно пахнет. Ну, посмотрим, как он чистит. Далее это
Гион Tire Cleaner, очиститель шин. Тоже литровая банка. А вот это пахнет очень даже приятно. Запах такой нормальный, даже относительно нейтральный. То есть вот этот хороший. Тоже его не пробовал, но судя по видео, он не особо пенный и очень даже неплохо чистит. Далее, состав для чистки микрофибр — это Rax & Riches от PNS и совместно Zerac Company. Состав очень редкий, в России он не продается. Считается один из лучших шампуней для микрофибр. Стоит его попробовать. Очень интересно было попробовать. Выглядит он так. Здесь 950 мл. Далее состав Fireball Tire CO2. Это чернилка, как уже говорил, она как бы двойная. То есть либо сатиновый эффект, либо уже глянцевый. То есть какой вы хотите, такой и получаете. По длительности написано, что хватает до 3 моек. И, по-моему, там 2 или 3 месяца длится. Но если вы будете чистить очистителями, то, естественно, состав может смыться либо после первой чистки, либо после второй. Смотря как он выживет, смотря какой очиститель. Но, в принципе, на то он и очиститель, чтобы все сносить. Здесь идет, кстати, вот такой носик для нанесения. Состав идет с закрытой крышкой. По запаху фактически ничем не пахнет, очень нейтрально, что в целом и хорошо. Кстати, одна особенность по составам Fireball. Составы Fireball, напомню, они не продаются в России, это корейская фирма, очень крутая. И какая у них особенность? Здесь идет 500 мл, как и во всех составах. То есть они идут в банках по 500 мл и потом уже, по-моему, по 4 литра. Так вот, в банках по 500 мл, это вполне стандартная банка, состав налит под крышечку. Может быть, это не совсем будет видно, но стоит поверить на слово, он прям под крышку налит. У всех составов. Чего не скажешь про другие бренды, я у других такого не видел. Далее состав глаз от Fireball. Это очиститель стекол. По запаху скажу, что он пахнет очень даже приятно. Мне его уже открыл, эту крышку. Посмотрим, как он работает. Далее состав Fireball Tar Remover, очиститель битума. Хочется сравнить его с Гионом, посмотреть, как он работает. Также идет защитная крышка. Пахнет он в целом не очень, сказать, приятно, терпимо. Фактически, как и Гион Tar. Особого отличия не вижу. Посмотрим, как он работает. Сравним. Далее. Fireball Wheel & Tire Cleaner. Очиститель шин и дисков. Вообще нет запаха. Очень удивительно, но запаха нету. То есть можно сказать, если ставить по запаху очиститель шин, то на первое место я поставлю Fireball, потому что он вообще никак не пахнет. На втором месте я бы поставил Gion Tire Cleaner. Он совсем чуть-чуть пахнет. Ну и дальше уже Leroton G11, например, он тоже относительно неплохо пахнет. Это из того, что у меня есть. Далее, наверное, идет PNS очиститель шин Breakbuster. Он уже пахнет не очень приятно, но вполне терпимо.
Далее идет Shine Systems и Adams Polishes, а у них запах такой уже химический, прям сильный. Но зато высокая эффективность. Далее состав Fireball Pirouette CO2, это Quick Detailer для кузова. А вот тут запах прям, что удивительно, неприятный. Посмотрим, как он работает. Состав, кстати, тоже не очень дешевый. CO2. Далее, это, как я показывал, от Detail Guards. Это Dirt Lock Scrap Wall на 180 градусов. То есть это на пол ведра можно собрать 360. То есть покупается тогда два комплекта. Выглядит вблизи это таким образом. У меня есть уже нижняя часть от этого. То есть это вот этот сам элемент, сам сепаратор. Это уже боковина. Посмотрим, как работает. Очень интересно с этим сравнить. Фирма это канадская, это оригинальная деталь, подобные, например, на Алиэкспрессе вы не увидите. То есть данная деталь, данный сепаратор, он продается только от компании Detail Guards. Вещь, кстати, не очень дешевая, порядка 1800 рублей она стоит. Ну и дальше ведро, обычное прозрачное, всегда хотелось прозрачное ведро, вот его купил. Посмотрим. Покупал без всего. То есть здесь нет ни сепаратора, ни крышки, ничего. В принципе, мне это ничего не нужно. Сепаратор у меня есть. Крышку я ставить сюда не буду. Наклею сюда наклейку. Все будет классно. И можно снимать какие-нибудь видео познавательные, чтобы как раз смотреть, сколько грязи остается. Потому что, например, в тех ведрах, которые у меня есть, они непрозрачные, и там не особо видно. Здесь будет все прекрасно. Видно, посмотрим. Вот такая в целом получилась посылка. Достаточно большая. Еще ничего из этого не пробовал. По гигиену будет отдельное видео. Да и в дальнейшем буду тестировать данные составы. Интересно посмотреть. Ну, кроме Тара я его пробовал. По фаерболу будет также большое видео. Уже в следующем году также протестирую все составы, которые здесь есть. Два состава у меня уже были. Это состав Snow Foam и шампу. Pearl шампу. Их я пробовал, видео уже было на канале. Очень крутые составы, мне они очень понравились. Ну и к ним еще решил добавить еще несколько составов от фаербола, которые мне показались более интересными. Кстати, еще закажу состав Iron от Fireball. Интересно посмотреть, как он работает и как он пахнет. Дальше по сепаратору также будет отдельное видео. Хочу снять работу сепараторов и сравнить все-таки, какой сепаратор лучше. И стоит ли вообще переплачивать за подобные вещи. Либо, например, ограничивать самым обычным, там, который сотами. Сепаратор самый дешевый. Очень интересно. Но в целом по тем видео, которые есть на YouTube, то там говорится, что подобные сепараторы, они все-таки гораздо лучше, они больше задерживают грязи. В целом это показано на видео и в это просто верится. Посмотрим на собственном опыте. Дальше очень хочу снять видео про шампунь для микрофибр Rag St. Riches. Это, наверное, самый желанный состав из всех. Ну и также еще Scrap Wall тоже был очень желанным посмотреть. По нему будет отдельное видео. Сравню, как он моет, все про него расскажу. Кстати, видео про сравнение шампуня для микрофибр у меня было на канале. Посмотрите, ссылку добавлю в описании. We'll be right back.
Итак, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.